Есть блинк дома, да? Да, блинк дома. И вообще очень классная шмотка, причем что на саппортах, что на героях там оффлейн линии, что в миде, например, на тине. Так, выкидывают Мишу. У нас еще не было ферст блада, поэтому не хотелось бы Бэйну умирать и отдавать ФБ Ликану. Но, возможно, придется. Ну, да, это ФБ для Зая. Или для Зая, кому как удобнее. Да, хорошее начало вот на такой линии. Тинник плюс Ликан, еще и Феникса пробили. Сейчас, да, он две штуки на себя повесит, и что вы ему сделаете? Сейчас стик есть. Просто там рейдропы, там, о боже. И уровень неплохой. Пятый уровень уже целый у Инсэни. Но он на вард вышел, а теперь-то у него кнопки заканчиваются. Хотя сейчас Fate Geek появляется, Purifying Flame. Стычка добивает. Не успела пойти нормальная регенерация, и покатился Пангольер. Искали героев, но тут их уже нет. Да, Котл очень вовремя улетел. Если бы докатился BZM, Микки бы сбили телепорт, и его убили бы, скорее всего. А так он выиграл лишнее время, уже в миде подпушивает. Ну и Liquid так слегка экономику свою поправили. Вот уже чуть-чуть ведут они. Да, ведь видишь, и еще и Пангольер ультимативную свою под тем, чтобы опасно фармить. Да, да. И его много раз, и во время финальной части региональных, да, переигровок, и здесь уже на этом турнире могут ловить. Вот в таких вот моментах, да, такие эпизоды. Вот сейчас стычка неплохая. Так-то начало очень быстро, и Супернова не успеет активироваться. Но какие движения, какие поиски постоянно, знаешь, более выгодного места для драки. Бокси тоже за деревом спрятался под вардом. Под своим, да, псом стоит. Mm-hmm. Но должны вообще понимать, что что-то происходит. Вот он, надо там все кнопки подожмал. Феникс успел раскрыть Супермову. И там Финсгрип. И Финсгрип шикарно отзонили. Да, это просто разгром. На нижнюю Т2 вышку. Блин, а как же Оракл свои скиллы кидает, если у него капюшон на глазах? Так и кидает. Напали на котла. Нет еще БКБ, я так понимаю, Митя. Да, его тут прям забьют сейчас. Что, False Promise, да, нажимается False Promise. Оракл еще там пару кнопок котла выдал, чтобы стараться его подлечить. В то, что он отсюда уйдет. Да. Это не медовый. У него шмотки просто запредельные. Какие-то. О, Анатан. Но под ним Бокси. Да, Миша. Вардик свой там, да, поставил сентрячок. Нашел людей. Знает, что рядом еще есть Пангольер. Финсгрип хороший. А сбить чем? Ну, было уже нечем, но она нажимает ПКБ. Успевает его использовать и успевает убить Пангольера. Цель. Если получится, конечно же, его убить. Но никто не подходит к Бэйну. Все играют осторожно. Нажимается False Promise под ульт Миши. Да, и покатился Пангольер. Какая-то дичайшая суматоха. Панга двоих, троих вкатывается. Ана в лакинг-баре просто телепортируется из замеса. И вынуждены Liquid отступать. С какими только потерями. Зая тоже потеряли. Тини не и подумали, ну не может же быть все так просто. Наверняка там сейчас будет бай, еще что-то. И мы всю инициацию потратим в одного героя, потеряем позицию, потеряем кнопки и умрем. Да, да, да. Это тоже было все оправдано со стороны. Амар, Black King Bar жмет. Просто ничего не боится. Стоит на чужой территории. Мой. Какой разрыв! Дебарка плейтами похоронила. Просто похоронила двух хоров. Это Супернова. Феноменальная просто. Да, это разрыв, да, господа. Четыре героя его охраняет. В это время Феникс пошел, удостоверился в том, что Рошан на месте. Да. Сжег волка. И там тоже засада. Ликотроп ультимативную нажимает. Забрасывает Пангольера. Это, кстати, очень быстрый фокус будет по Пангольеру. Да, так и Мишу теперь зацепят. Смотри-ка, ответка может получиться очень жесткой. Выкуп у Миши оказался. Как же без ним ошибся. Так, смотри, еще сейчас один фраг может быть. Да, она там подходит. А Марс сразу же БКБ. Теперь ультом Луны его не взять. Вообще там два блокинг бара, ульт Луны просто в молоко уходит. False Promise вешает Инсэни. Да, и идет проверка вардов, но в этот момент Юраги с руки убивает героя поддержки. Миша после выкупа очень битый. Луну усыпили. Но нет, Тинника уже никак не спасти.